А я думаю, что в такой прекрасный день нужно сообщать как можно больше хороших новостей. И такие новости у нас есть. И главное, что они продолжают поступать. Причем со всего мира. Вот только что, например, пришло сообщение из Албании. Для одной из наших телезрительниц как раз на Украине. Она живет в Харькове. Эта женщина написала нам, что 50 лет назад у себя в Харькове она познакомилась на танцах с курсантом из Албании. Вот этот курсант. И очень похоже, что мы его нашли. Я осторожно говорю слово «похоже», потому что информация действительно поступила только что, и ее нужно проверять. Ну а вот как она к нам пришла, рассказать нужно. Дело в том, что в Албании тоже есть передача, которая ищет людей. Называется она «Нерес де Хумбор», что в переводе означает «пропавшие люди». Наша программа «Нерес де Хумбор» совсем недавно начала свое сотрудничество с Москвой. С аналогичной программой российского телевидения под названием «Жди меня». Наши коллеги узнали о нашей программе, о наших телемостах, о нашем международном формате и предложили нам сотрудничество. И первым результатом этого сотрудничества стали как раз новость об албанском курсанте, с которым 50 лет назад познакомилась на танцах в Харькове одна прекрасная украинская девушка. Любовь не знает границ, и это замечательно.